Всем привет! В 2004 году на смену ГС-1150 пришел ГС-1200, который в свое время стал легендой. Я уверен, что вы все знакомы с ГС-1200 2004 года. И сегодня мы будем говорить о обслуживании редуктора или замены сальников на заднем редукторе в ГС-1200. Итак, мы начинаем с того, что снимаем защиту для колеса. Все откладываем в сторону. Выкручиваем. И последний болт откручиваем. И в ГС-е 2004 года колесо, в принципе, снимается, не снимая глушака. Выходит. Далее берем суппорт и его немного отжимаем колодки, чтобы нам освободить цилиндрики, и чтобы легче было снять суппорт. И откручиваем наш суппорт. Обращаем сразу же внимание на болты. На герметике стояли. Так, здесь еще держатель нашего крыла заднего колеса. Его также все в сторону ложим. И суппорт вывешиваем. Так, здесь достает на одноразовый хомутик. Чтобы он нам не мешался, пока мы будем работать. Вывесили, и мы можем открутить сейчас датчик АБС. Здесь есть датчик АБС, болтики. Такой же рядышком находится держатель провода датчика. Держатель не потеряйте, потому что там такая скобочка маленькая. Его можно лучше сразу в сторону. Так, и также есть еще держатель один в самом корпусе редуктора. И аккуратно датчик отсюда извлекаем. Но когда достанется датчик, обязательно отверстие заткните чем-нибудь. Так, прокручиваем просто и отсюда достаем. И куда-нибудь в сторону также накручиваем, чтобы нам не мешался. Обращаем внимание на колечко. Отверстие, возьмите бумагу, но берите бумагу поплотнее, чтобы у вас она не пошла вниз. Не берите отдельные куски, один плотный большой кусок. Скрутите. Есть специальная заглушка, конечно, БВ в этих случаях приготовил. Но в гараже вы можете плотную бумагу засунуть и там оставить, чтобы не пошла грязь. И далее чистите уже болты тормозного диска от грязи, чтобы лишний раз вам резьбу не закусывало. Все прошли. И можно откручивать диск. Так, далее берете выемку, через которую откручивается тормозной диск, и обязательно заклеиваете ее липкой лентой. В принципе, процесс снятия диска тормозного, он идентичен как и на R90, как и на новом ГС, где мы показывали замену сальников. Это место, оно царапается, поэтому обязательно обклейте. Можете торкс либо взять термокембрик, либо такой же самой жесткой изоляцией обкрутить, нету разницы. Ваша задача, чтобы чем поменьше нанести повреждение на краску. Так, хорошо, берем тогда наш торкс и откручиваем болтики. Сначала срываем. Они порой очень жестко сидят, потому что одноразовые на герметике зеленом. Так, все сорвали, уже можно выкручивать. Так, выкрутили предпоследний болт. Когда вы прокручиваете диск, смотрите обязательно за вашим тампончиком, который вы вставили в отверстие, где был тормозной диск, потому что, чтобы его не сорвало.
вы постоянно прокручиваете и постоянно его, в принципе, вырывает. Поэтому наблюдайте за этим, чтобы не сорвало и не насыпало вам песка. Это очень важно для редуктора. Так, последний болт мы выкручиваем. Диск прокручиваем и снимаем. И ложим отдельно вместе с нашими болтами. Так, далее берете ремень и вывешиваете ваш редуктор. Потому что сейчас его уже нужно будет откручивать, чтобы у нас он не упал. У вас легонца подвесили. Ремень у нас подальше, чтобы не мешался. По идее, чтобы снимать редуктор, нужно болт этот крутить. И написано по мануалу еще и освободить передний. Хочу сказать, что потом у вас будет болтаться верхний этот держатель, поэтому проще всего открутить только один болтик, и этого обычно достаточно. Потом, когда уже будете ставить, просто придется вам ловить и немножко сложнее как бы поставить. Но на самом деле лишний болт зря откручивать не стоит, поэтому нам хватает откручивать только болт, который находится на редукторе. Торкс и ключ на 16. Берем. И откручиваем. Все, снимаем. И болтик пока что вставляем в редукторе. Так как мы сейчас заменяем или будем заменять сальник, который находится со стороны колеса, здесь уже масло пускало, мы немного обмыли, но все равно здесь все в масле. Поэтому нам в любом случае нужно будет снять редуктор, и перед тем, как вы будете снимать, всю эту грязь, по идее, удалите. Конечно, проще было это сделать на мойке изначально, но мы не до конца, оказывается, промыли, поэтому нужно домыть места возле гайки, потому что здесь подшипник стоит, когда будете вставлять, чтобы грязи не нанести. И резину тоже будете снимать, чтобы вовнутрь ничего там не навалило. Поэтому берете любой омыватель и промываете. Важные места — это вот возле подшипника. Очень жизненно важное место. Так, хорошо. Промыли в сторону. Что касается замены масла в R1200 модель 2004 года, сливается масло с этого вот болтика, который находится, в принципе, довольно высоко. Поэтому для того, чтобы вам заменить масло, вам нужно открутить этот болт обязательно. На нем колечко, которое может заменяться, если оно повреждено, номер которого вы также видите на экране. И далее подставляете болейку, снимаете болтик, который мы открутили. Так, шайбочка улетела, ее сразу возьмем. И все это дело опускаете. Заменяется, скажу, масло не совсем удобно. Должен отсоединиться еще кардан у нас. Отпускаем еще более. И все, масло сливается. И сейчас момент, о котором, я думаю, читали во многих форумах, на который жалуются ребята. Момент кардана или крестовины. Мы снимаем резину. И мы видим, что здесь, конечно, очень много грязи. Это первая подстава, вторая. Здесь какая-то вода. И ее немало. Или даже масло. Оно скапливается там и уходит. С одной стороны оно попадает, но с другой стороны, если вы возьмете резину, которую мы только что сняли, есть совсем немного или остатки пасты, которая должна промазываться резина с обеих сторон, с одной стороны и с другой. Поэтому, ребята, если у вас есть ГСы, купите баночку пасты. Она стоит там, не знаю, 10 баксов, наверное. В конце сезона, перед тем, как вы поставите в гараж, открутите один болт, снимите резину,
промажьте заднюю часть и переднюю, промажьте шлицы кардана, и скорее у вас никогда не будет проблем с редуктором, и тем более с карданным валом или с крестовиной. Поэтому этот момент, он подставный, имеет, скажем, свои последствия, но от него можно избавиться, если время от времени смотреть за своим мотоциклом. Итак, мы собирались вообще менять сальник, который находится со стороны колеса, потому что здесь было все в масле. Но когда мы сняли или отогнули редуктор, мы подняли кардан, и здесь тоже стоит масло. И здесь его, я бы сказал, достаточное количество. Можно сделать вывод, что гонит не только сальник со стороны колеса, но еще и карданный. Поэтому здесь нужно будет заменить даже два сальника. Хорошо. Далее нам нужно снять крышечку, которая, по идее, считается одноразовой, то есть просверливается, вставляется выколотка и выбивается. Но чтобы не разоряться и лишние какие-то детали не менять, по идее, можно обойтись без нее. Главная задача ваша — не покоцать или не попортить корпус редуктора. Поэтому вставляется, опять же, жесткую изоляцию вовнутрь. И отверточкой все это подгинаете. И аккуратненько достаете. И мы благополучно достали, ничего не повредив. На 1200, по идее, можно вставить карточку, даже на R90 вставляется карточка, и проводя мы все это выбираем, но здесь она сидит довольно плотно, поэтому берете отверточку, сверху подставляете что-нибудь, либо можете любую широкую вещь вставить, и это кольцо просто на себя, и оно благополучно снимается. Для того, чтобы снять сальник со стороны колеса, нам редуктор придется разобрать, в принципе, довольно много. И вся эта ось, она вытаскивается. Поэтому при замене сальника со стороны колеса всегда заменяется и сальник со стороны, с другой стороны. Здесь уже кто-то залазил. Покоцано. Мы только что сняли крышечку и снимали ее с внутренней стороны. И я на всех видео, что касается по обслуживанию заднего редуктора, говорю: ребят, не снимайте с внешней стороны, потому что покоцается редуктор. И мы сняли с внутренней, снимаем крышечку и видим отпечаток, но это от отвертки. Это реально кто-то засовывал здесь отвертку. Вместо того, чтобы почитать мануал или прикинуть своей головой, ребята взяли, всунули отвертку, крышку сняли хорошо, на ней нет никаких отметин. Но сам корпус редуктора или краска, она повреждена. Поэтому здесь попадает всякие соли и начинается ржаветь. Испортили. Так как мы будем все равно разбирать весь редуктор, и мы будем его цеплять на стойку, нижний сальник уже будет неудобно снимать. Поэтому, когда вы уже слили масло, его вывесили, берете отверточку, тоже очень тоненькую, поддеваете штопорок и аккуратненько штопор достаем. В принципе, эту процедуру можете сделать, если вам нужно заменить только наружный сальник или сальник, который находится с другой стороны. Вы снимаете крышечку, достаете штопорок, и та же самая процедура. Берете сверло на 3,5 мм. Вся процедура, она очень хорошо показана на мотоцикле 1250, замена сальников. Если какие-то вопросы есть, вы можете пересмотреть это видео, там все очень хорошо объяснено, потому что по этой же самой технологии меняется сальник с другой стороны относительно колеса. Итак, сверло на 3,5 с ограничителем и сверлим дырочку. Так, дырку просверлили и вкручиваем наше приспособление. Вкручивая, смотрите, чтобы не задеть корпус редуктора. И аккуратными движениями его оттуда достаем. Сальник в мусор. Здесь все очень хорошо протираем чистой половиной бумаги, чтобы мусор не пошел в редуктор.
Сразу все это выбираете. Так, берем торкс на 50 и срываем болтик. Когда срывали болт, берете головку на 24, будет удобнее, и его откручиваете. Нам тоже герметик и болт одноразовый. Так, выкрутили наш болт. Он красным герметиком помазан, одноразовый. Очень жесткий герметик. Так, втулочку с правой стороны достаем аккуратненько. Все это вместе ложим, тоже остатки красного герметика. И с левой стороны отверточкой выбивается. Оп. И все это вешается. Так, втулочка от подшипника, поэтому ее тоже в сторону. Ее нужно будет обязательно промыть и место подшипника смазать. Здесь, конечно, видон уже грязи очень много. Так, снимаем редуктор. Далее берем наш редуктор и устанавливаем его на держатель, потому что нам нужно будет его разобрать. Фиксируем, фиксируем и зажимаем. Так, еще одна пластинка. Так, редуктор зажали. Достанем нашу затычку. Мы смонтировали, потому что редуктор пришлось промывать, он был весь в грязи. Это оригинальная бэмсовская затычка для того, чтобы не попадало ничего в редуктор. Если вы ее имеете, это хорошо, если нет, то кусочек бумажки вставьте, плотный, как мы уже говорили. Далее мы берем и снимаем наш штопор. Очень аккуратно. Потому что он бывает стреляет. Сняли в сторону и прикручиваем специнструмент, потому что нам обязательно нужно будет снять фланец. Так, инструмент прикрутили. Лучше, конечно, его поджать. Так, поджали, вставляем специнструмент, сводим точки посередине или по центру, инструмент сжат в изначальное положение и подгоняем болт под инструмент. Так, вывели все по центру. Так, это хорошо. Так, и начинаем его разжимать или снимать фланец. Фланец сидит очень плотно, потому что на горячую садится. Пошел. Перед тем, как вы начнете спрессовывать, обязательно поставьте специнструмент между фланцем и держателем, потому что у вас фланец, когда будет сниматься, он упрется. Немножко сжали. Инструмент опять сжимается до конца. И болт подгоняете максимально.
Не забывайте проверять, чтобы было все по центру. Так, болт поджали. И продолжаем прессовать. Далее. Так, допрессовали до конца. Все это вытаскиваем. И наш специнструмент также снимаем. Все в сторону. И здесь у нас крышечка, которую также нужно аккуратненько снять. Так, берете изоленту, подкладываете и аккуратненько отверточкой подковыриваете и снимаете пластину вначале. Можете карточку подложить, любая пластмасс, чтобы не попортить металл. Так, все это снялось. И аккуратненько удаляем все это в сторону. Отлично. Далее берется торкс на 40 и все болтики откручиваем. В принципе, можно не помечать, как стояла крышка, потому что и в крышке, и в корпусе самого редуктора есть вырез под болт, через который мы откручиваем тормозной диск. Поэтому он ставится только в одном положении. Так, торксик наш. И все болты срываем. Так, и нашу крышку аккуратненько сбиваем. Так, приподнялась. Здесь между крышкой редуктора и корпусом редуктора стоят регулировочные пластины. Если мы их достанем, они есть разной толщины. Сейчас вы видите на своих экранах разброс, какой толщины они находятся. Именно этими двумя пластинами или парой пластин одинаковой толщины регулируется зазор зубьев между шестернями. Если вы меняете только сальник, это хорошо, но если вы будете менять еще и подшипник, который стоит в крышке корпуса, то вам обязательно нужно замерить зазор зубьев между шестернями. Мы это, конечно же, тоже покажем. Сейчас мы это все ложим в сторону. Так, далее мы снимаем уплотнительное кольцо крышки редуктора. И есть специнструмент, который, по идее, надевается на саму крышку. Он с такой прорезью, потому что вот в этом месте, где есть место установки суппорта, оно именно с прорезью. И, по идее, можно взять специнструмент, который использовался для того, чтобы спрессовать фланец. Здесь упираешь. И большим съемником все это стягиваешь. Но ту же самую процедуру можно провести и на прессе. Поэтому идем мы на наш пресс и все это выпрессуем. Так, берем, поставляем в пресс все это дело и аккуратненько выпрессовываем. Но обязательно придерживайте шестерню, потому что она выпадет. Оп, выбрали. И наша шестерня у нас. Берем крышку. Со всем чем. И несем на сборочный наш стол. Итак, мы взяли нашу крышку. Здесь такое колечко еще с резиновой, которую также мы удаляем. И чтобы не забыть положение, так, так запрессовано было, его вверх и ложим. И сальник стоит у нас именно
с внутренней стороны. Когда вы снимаете фланец, снимаете защитное колесо, и вы видите резину, это не резина сальника, это резина подшипника. И в этом немножко облом. Что касается 1200-2004 года выпуска, сам сальник стоит с внутренней стороны крышки. Поэтому все это нужно обязательно снять. И вот наш сальник, который нужно сейчас аккуратненько достать нам. Итак, далее, для того, чтобы нам достать сальник, на самом деле он сидит очень здесь плотно, и каким-то образом отвертка его довольно сложно достать. Поэтому возьмите вначале плоскую отверточку и очень аккуратно по краю загните сальник вовнутрь. То есть деформируйте его, чтобы он отошел от своих боков. Так, отошел. И берете монтировочку и аккуратненько его оттуда монтировочкой достаете. Это сальник, который стоит со стороны колеса и который меняется на R1200 2004 года модельного ряда или на R90, довольно проблематично, потому что на самом деле нужно немало инструмента и специнструмента. Если вы меняете только сальник, в принципе, вы ролик можете перемотать далее, где мы уже будем его устанавливать. Если вы меняете еще подшипник, то здесь есть еще один очень серьезный нюанс, потому что если вы меняете и подшипник вместе с сальником, то обязательно, как я уже и говорил, регулируется зазор между зубьями шестерен. Итак, для того, чтобы снять подшипник, нам нужно обязательно достать штопор, который здесь довольно больших размеров. Достаем штопорок. И так же самое с помощью пресса выпрессовываем наш подшипник. Но подшипник с крышки редуктора просто так не выпрессовывается. Нужно обязательно корпус самой крышки или саму крышку нагреть до 120 градусов. Поэтому берем подходящий специнструмент, чтобы нам, в принципе, по внешней части, ну здесь не проблема, внешняя часть прессуется. Берем фен и идем греть наш подшипник вместе. И идем прессовать подшипник вместе с феном. Итак, устанавливаем нашу крышку на пресс, отцентровываем, чтобы быть готовыми, и постепенно нагреваем крышку до 120 градусов со всех сторон. Алюминий, в принципе, греется довольно быстро, теплопередача алюминия очень высокая. Можете лучше всего и правильнее всего, конечно, взять сейчас термометр, но если 20 градусов, ну, в принципе, дотронуться не можете. Крышка накалилась. Закидываем наше приспособление, перебираем центровку и его оттуда достаем. Очень просто. Уперся. Так, пресс уже уперся. Берем бумагу. Основную часть, в принципе, основная часть выпрессовалась. И его выбиваем. Отлично. Итак, наш старый подшипник мы достали. Сложим его в сторону. Берем наш новый, номер которого вы также видите на своих экранах. Его достаем. Садится он тоже на горячий, или нужно, точнее, нужно здесь нагреть 120 градусов. Но интересная ситуация, что специнструмент используется для запрессовки тот же самый, который используется и для выпрессовки. То есть показана выпрессовка и запрессовка с помощью инструмента, но прессуется и выпрессуется по внутренней обойме. Я хочу сказать, что это один из немногих случаев, где я вижу, что написано прессовать подшипник за внутреннюю обойму. Для меня это довольно странно, и я буду прессовать за внешнюю обойму, потому что, по идее, нагружать обойму
внутрь при прессовке. Это не совсем верно. Может быть, они это оправдывают тем, что сам корпус крышки, он нагревается до 120 градусов. В принципе, он садится на горячую. Может быть, нагрузки, конечно, не испытывает обоймы и шарики, но все же мы будем прессовать за внешнюю обойму. Может, это не по технологии и не по мануалу, но я думаю, что это будет более правильно. Поэтому вначале мы нагреваем 120 градусов нашу крышку. Итак, мы нагрели 120 градусов примерно. Крышка на самом деле горячая. Фен ложим в сторону. Подшипник, нету разницы, какой стороной прессовать, в принципе. Его погружаем аккуратненько. Наше спецприспособление, которое мы используем совсем от другого узла. И садим его вовнутрь. Сел. Довольно хорошо. Да, в принципе, нагрузки не испытывает никакой. И, наверное, по этой причине они пишут, что прессовать за внутреннюю обойму. Потому что на горячую алюминий расширяется, и подшипник, в принципе, практически самостоятельно утопает. Хорошо, сейчас дадим нашей крышке немного остыть и поставим сальники. Итак, мы запрессовали наш подшипник. Берем штопор. Он довольно, конечно, здоровый тут. Его сжимаем, чтобы, конечно, при этом пальцы... Тут что-то у нас не ходит. И углубляем. Углубили, посадили. И проверочка, просто его, смотрите, крутится, сел на свое место. Хорошо. Далее берем сальник. Номер которого вы, в принципе, видите также на своих экранах. И он прессуется другой стороной. Мы привыкли видеть, прессуя сальник, видеть его как бы наружную сторону, но он здесь прессуется вовнутрь. Можете взять дорник или, конечно, мы сейчас будем брать специнструмент, чтобы его посадить. Но принцип тот же самый. В принципе, можете взять сальник и молоточком аккуратно по периметру ни за что не пытайтесь загнать или посадить сначала одну сторону и потом уже садить другую сторону. Понемногу молоточком берете и обстукиваете со всех сторон и садите его. Но мы сделаем это со специнструментом. Так, здесь перепроверили, все на месте стоит. Закусов нету. Та ситуация, когда одна сторона у нас уходит больше. Подстучали. Смотрите, чтобы равномерно садилось, чтобы у вас одна сторона не уходила больше другой. Берем и перепроверяем, чтобы все было равномерно. Так, все село очень хорошо. Повреждений нет никаких. Отлично. Так, далее нам нужно установить наш держатель с корпусом редуктора и подготовиться к следующей операции. Когда мы сняли крышку редуктора, мы нашли под сальником такое вот колечко, оно валялось внутри. Оно, по идее, снялось с самой шестерни. Мы его тоже ставим лучше новое. Номер вы также его видите. Но когда вы его снимете, оно стоит конусом кверху, получается. Называется именно конус должен быть обращен наверх. Потому что оно валяется, и потом как бы не ясно, как его ставить. Но ставится именно конусом кверху. Так, далее нам нужно напрессовать нашу шестерню на крышку или с подшипником. Поэтому подшипник обязательно изнутри промазывайте маслом. Так, ставим наш пресс, все аккуратно опускаем,
ставим какое-нибудь приспособление, чтобы упереть в подшипник. И аккуратненько все это надеваем. Так, немножко нагрузочки дадим. Все хорошо. Снимаем. Так, село. У нас все отлично. Так, далее берете масло 75W90. Конечно, бычок обязательно перемешивайте. Так, вскрываем. На бумагу немного. И место установки смазываем, которое будет проходить через подшипник. Чтобы было все чисто, перепроверьте. Так. Далее берете регулировочные пластины, те, которые вы сняли. Начнем с них. Их ложите. Здесь есть место, через которое мы откручивали тормозной диск. Поэтому не положите наоборот, чтобы эти усы не вылазили. Ложите именно так, чтобы место, через которое откручивается тормозной диск, оно осталось свободным. Так, берете вашу шестерню с напрессованной крышкой, но прокладочку, которую мы сняли, ее вначале не ставим. Просто так ставим, опускаем без нее. Все это хорошо заходит. Так, и наши болтики закручиваем. Или вначале наживляем. Так, пластиночки, смотрите, чтобы они там не убежали. Потому что у них есть прорези, их можно достать и не до конца выкрутив болты. Что, конечно, мы сейчас покажем. Так, все болтики наживились хорошо. Их закручиваем. При этом садим крышку. Тоже крест-накрест. Или дальний болт самый. Перепроверяем, чтобы все было закручено. И дожимаем динамометром. Так, и дожимаем 30 ньютон-метров. Можно уже по порядку дожимать, потому что крышка уже села. Так, хорошо. Далее важный момент. Момент заключается в том, что нам нужно посадить специнструмент и зафиксировать его на шестерне. Зафиксировать его на валу, точнее. И на специнструменте есть отметка. По этой именно отметине мы будем проверять зазор зуба шестерен. Итак, мы установили наше спецприспособление. И по идее на нем есть вырез, помечен красным. Если у вас инструмент свежий, он еще красный, а так обычно уже стершись. Именно относительно центра, вот в этом месте, разница или ход шестерен должен быть от 0,10 мм до 0,22. Поэтому мы сейчас цепляем наш специнструмент еще один, чтобы повесить микрометр. Все это нужно зафиксировать очень жестко, потому что погрешности небольшие. Так, на 0 ставим. И по идее хвостовик нам нужно зафиксировать. Тоже есть специнструмент, который называется на шлицы, куда вставляется карданный вал, чтобы когда вы двигаете шестерню и замеряете, карданный вал
или шестерня, или шлицы, на которых называется кардановал, не ходили. Но по идее это можно сделать с рукой, и ты чувствуешь, как цепляет. Если вы возьмете за шлицы и слышен стук такой, именно вот это вот расстояние между шестерню нам и нужно замерить и его определить. Итак, мы зафиксировали с помощью плоскогубцев, в принципе, шестерни. И сейчас, двигая наш специнструмент, мы смотрим и высчитываем, какой зазор зуба. У нас тут, так уже, если грубо говоря, наверное, 25-ка есть. Можно, конечно, крутить очень много, но нам именно нужно зазор, этот вот тык-тык, который есть. От одного места до другого. Одного до другого. 23, наверное. Поэтому для того, чтобы зазор нам уменьшить, нам нужно ставить пластину потоньше. Если у вас зазор нужно будет увеличить, пластину нужно будет ставить потолще. Поэтому в этом случае, если вы разобрали редуктор и перепрессовали подшипник, и зазор у вас превышает, как я понимаю, в данном случае у нас тоже превышает, то пластину нужно уменьшить. Поэтому вы сейчас вы разбираете опять крышечку, снимаете болтики, достаете пластины, но пластины, чтобы достать, вам не нужно разбирать полностью редуктор, а вам нужно только отпустить. Только отпустить болты, и пластины сами, в принципе, достаются без снятия крышки. Инструмент в сторону. Так, немножко приотпустили болтики. Так, это, конечно, лучше снять, чтобы не сбилось ничего. И немного его приподнимаем. Приподняли. И в стороны наши пластинки. Одна вытащилась. Достаем нашу вторую пластину. Замеряем ее толщину. И у нас есть здесь миллиметр... 1,2. У нас есть комплект 1,1. Я думаю, для начала поставим его. 1,1. Одну пластинку и другую. И наш редуктор садим, или крышку редуктора садим обратно. Но так же само по принципу дальнего болта. И 30 ньютон опять закручиваем редуктор. Закрутили, ставим специнструмент и перепроверяем, что у нас получилось. Вставляем 0 и ловим. Нужно споймать щелчок именно.
двадцатка. В принципе, мы вписываемся в нормы. Можно было бы, наверное, еще уменьшить, поставить не 1,1, а, наверное, единицу. Но, в принципе, до двадцатки даже. Должны услышать удар от одного края до другого. Один, другой. Один, другой. 0,2. В принципе, у нас вписывается, поэтому мы можем сказать, что отрегулировали зазор очень хорошо. Когда вы отрегулировали зазор между зубьями, в принципе, все это дело вы опять снимаете. Потому что вам придется снять крышку и установить кольцо уплотнитель на самой крышке. Так, все это в сторону. Откручиваем опять болты, уже третий раз. Но без этого не обойтись. Сняли или открутили наши болтики и аккуратно снимаем крышечку. Крышку сняли и устанавливаем колечко. Опять же, номер кольца уплотнительного вы видите на своих экранах. Кольцо новое ставим. Так, перепроверяем. Все хорошо. Пластинки на месте. Кольцо лучше смазать маслом. То, которое будет заливаться. 75W90. Чтобы оно лучше садилось. Смазали. И все обратно. Так, наши болтики. Сначала наживляем. И только потом понемногу сажаем, потому что с кольцом крышка садится уже более хуже или более сложнее. Когда будете прикручивать болты, пластины, перед тем, точнее, как будете прикручивать пластины, подожмите максимально к болтам, чтобы они у вас не вылазили. Смотрите, чтобы кольцо не закусило. Понемножку садите. Прошло. Так, пластины прижимаем максимально. И крест-накрест опять закручиваем наш редуктор. И опять 30 ньютон-метров. Далее берете распорное кольцо, которое мы снимали с помощью отвертки. И на распорном кольце есть такая точечка или маленький штифт. Этот штифт должен зайти именно в углубление. Поэтому, когда будете ставить, обратите на это внимание. Эту вот пупырышку такую, ее попадите в пазик. И, в принципе, можете либо от руки посадить, либо что-нибудь, если имеете, что может вам при этом помочь. Все, оно село. Оно с таким щелчком садится, раз и опустилось, как бы зацепилось. И потом уже сверху колечко. Также ставится. Кольцо поставили. И следующий момент, тоже немаловажный. Нам нужно установить фланец. Но чтобы установить фланец, нам нужно его разогреть до 150 градусов. Поэтому берем наш фен строительный, вывешиваем фланец и будем его греть.
Так, хорошо, мы нагрели наш фланец до 150 градусов. Берете перчатку, чтобы руки не обжечь, потому что на самом деле он раскаленный. Положение не попутайте. Переворачивайте. Устанавливайте. Все делайте очень быстро. Нашу гаечку. Раз. Пришлось ключ. И его садим. Пока он горячий. Угу. Не до конца еще. Сел. Хорошо. Перепроверяйте, смотрите. Так, вроде бы все хорошо. Отпускайся. Сел фланец или нет? Очень хорошо видно по штопору, которым штопорится фланец. Так, очень хорошо зашел. Можно сказать, что фланец посажен отлично. Берете ваш штопор, не забудьте, что фланец раскаленный. К нему не прикасайтесь особенно. И его сажаете. И перепроверяете. Так, крутится штопор хорошо. У нас все село на отлично. Так, далее берете ваш вес держатель, переворачиваете, зажимаете и наружный сальник мы также ставим на его место. Номер сальника вы видите опять же на экранах на своих. Внутреннюю часть сальника, которая будет тертись, в принципе, ее обязательно промажьте маслом. Возьмите на бумажку, либо профессионально возьмите на палец. И внутреннюю часть смажьте. Смазали сальник, посадили. Так, здесь, конечно, перепроверили, что все было хорошо, чисто и красиво. И его туда. Загнали до изменения звука. Бьете сначала такой мягкий звук, а потом, когда уперлось, все, сальник стал на место. Обстучали. И на штопор, который мы также сняли, его устанавливаете. Так, штопор заскочил. Колечко штопорное прокрутили. И остается нам только закинуть крышечку. Крышку берем и поставили на место. Все. Так, с сальниками мы закончили исключительно. Так, остался тот. Когда вы поменяете сальники и будете прокручивать либо с колесом, либо без колеса, либо без диска, можете просто редуктор, на, когда еще вывешен, всегда будет звук трения. Этот звук пропадает через малое время, когда вы проедете километров там 10-15, может чуть больше. Все это притирается и звук пропадает. Поэтому на это точно не обращайте внимания и не переживайте, что вы сделали что-то не так. Так, опять освобождаем наш редуктор в нашу сторону. Все это дело зажимаем. Так, для того, чтобы нам снять сальник, нам нужно выкрутить эту обойму. Но перед этим нужно отвернуть гайку. Но чтобы все не крутилось, нам нужно зафиксировать фланец. В принципе, фланец фиксируется. Болты, конечно, по длине не очень подходят, но здесь это сути никакой не играет, потому что нам нужно исключительно сделать так, чтобы... Так, мы туда будем крутить. Да, здесь упор у нас есть, хорошо. Нам нужно создать упор. Упор, чтобы не крутился редуктор. Так, нагреваем гайку до 100 градусов.
Так, длинную голову на 36. Так, здесь все должно зафиксироваться. И она срывается. Сорвали гайку. Так, можно уже трещотку взять поменьше, чтобы вам было удобнее крутить. Так, гаечку в сторону. И уже специнструментом откручиваем нашу обойму. Но она прикручена тоже очень сильно, поэтому специнструмент у нас с такими вырезами, зубьями. Эти зубья вставьте очень хорошо или до конца. Посмотрите, чтобы не было грязи там никакой, чтобы он сел. И также очень аккуратно, но с большим напрягом. Так, возьмем побольше ключ. Берегите свои пальцы. И все, что есть рядышком. Главное сорвать. Ее сорвали, и в принципе уже она легко откручивается. Там на ней будет стоять колечко и сальничек. И вот наш сальник, который пускает. Обязательно нужно снять, открутить гаечку, потому что у вас через сальник не пройдет. Откручивайте гаечку, и тогда уже все это снимаете. Сальник выбивается очень просто. Берете просто любой дорник и его вниз выбивается. Сальник достался. Так, вы достали вашу обойму, сальник достали. И далее снимите с вала. Там есть такое кольцо. Да, оно снимается. Если вы на него посмотрите, оно будет все в ржавчине. И по идее это кольцо трется по сальнику. И если вы возьмете новый сальник, все это запрессуете, поменяете, откатаете сезон или даже меньше, у вас все начнет опять гнать. Потому что эта поверхность, она повреждена. Когда мы отгибали редуктор и показывали место, где было очень много всякой ржавчины, воды, масла, вся эта каша портит кольцо, по которому трется сальник. И сколько бы вы сальник ни меняли, результат не дает, потому что кольцо испорчено. Поэтому, когда вы будете менять сальник, может быть, вы достанете кольцо и увидите, что оно у вас здесь блестит, и есть место, где трется сальник, все это хорошо, но, скорее всего, у вас будет кольцо именно в таком состоянии, оно будет проржавевшее. Поэтому, заказывая сальник, закажите кольцо. Так, номер сальника вы видите на экранах своих. Сейчас это номер оригинального сальника, и следующий номер – это номер кольца. Поэтому кольцо я рекомендую сразу заказывать сальник, вы тоже закажите по этому номеру. Оно недорого стоит, но оно избавит вас от многих проблем. Итак, вначале мы заменим сальник. Вбивается оно очень просто, но именно другой стороной, потому что у вас прикручивается таким вот образом. Поэтому сальник не поставьте по привычке, как бы рабочей стороной в свою сторону. Нужно в другую сторону. И любым предметом, более-менее подходящим, чтобы он давил именно на ребро сальника, он забивается. Забили. Можно чем-то подстучать поглубже. Ваша задача его углубить. Он упирается уже в корпус там, поэтому он дальше точно не пойдет. Но посадите его максимально глубоко. Так, перепроверяем. Расстояние у нас везде одинаково, сам сальник сел. Это очень хорошо.
Так, эту штуку, а еще поменяем, конечно же, колечко резиновое. Все это дело тут протрем. Как говорится, меняем сальник, кольцо уже поменяется. Так, новое колечко. Дается аккуратненько. Так, село. Хорошо. Переходим к нашему редуктору. В редукторе еще внутри на подшипнике стоит тоже кольцо. Оно тут еле видно, но по каталогу, я думаю, вы его найдете. Его тоже лучше снять и поменять. Если уже сюда залезли, то сделаем работу до конца и хорошо. Оно очень маленькое такое, но оно тоже меняется. Номер, конечно же, вы видите внизу. И все номера, которые я выкидываю номера именно детали, о которых я говорю в настоящий момент. Так, колечко аккуратненько садим. Смотрим, чтобы за резьбу не зацепилось. Оно втулочкой прижимается, поэтому ваша задача его посадить аккуратненько. Самый конец, а все остальное прижмется. И наша втулочка, помните, которую мы сняли, и в принципе проблема, в которой и была. Здесь все проржавело, поэтому у нас пропускало. Берем новую втулочку. Номер ее изменился, и она отличается по своей ширине. Но в принципе очень похоже. Старая была немножко под конусом, это совершенно ровная. Мы ее просто углубляем, и нашей втулочкой мы, в принципе, и прижмем колечко. Так, поставили. Гайка, по идее, может идти старая. Ее только нужно промазать герметиком. Но так как у нас состояние очень такое страшное, проржавевшее, ее тоже небольшая стоимость, поэтому мы ставим новую гаечку. Герметик идет, запомните сейчас, это очень важный момент. 2701. 270 герметик, я думаю, для многих из вас знакомо, если вы занимаетесь мотоциклом, это зеленый жесткий герметик, но здесь идет именно 2701, он еще жестче, поэтому саму гайку нужно помазать изнутри, что мы сейчас и сделаем. Так, мы нашу втулочку тут сняли, и лучше делать в такой последовательности. Когда вы ставите втулку, по идее, потом нужно цеплять специнструмент и потом надевать нашу большую гайку, в которую забит сальник. Но так как я думаю, что специнструмент не у всех будет на руках, поэтому лучше снимите, изначально помажьте эту втулочку маслом, тем, которое будете заливать в редуктор. Потом берете вашу втулку и ее продеваете. Потому что если вы будете накручивать, есть очень большой шанс, что сальник он заломается или закусит его. Поэтому мы, в принципе, технологии не меняем, но делаем как нам удобнее, и это тоже правильно. Продеваете втулочку, и уже таким вот образом, когда втулочка наша вставлена, мы можем накручивать. Берем наш специнструмент. Так, смотрим, все на месте. Никуда ничто не убегает. Так, голова на 24. И аккуратненько закручиваем. Уперлась. Перепроверили. Так, втулка стоит. Все на месте. И 180 ньютон. Берем наш динамометр. У нас он уже выставлен. Упираете, чтобы не съехали ребра. 180. Отлично. И далее берем нашу подготовленную уже гаечку. Зеленым герметиком помазали. 2701, запомните, еще раз повторяю, потому что это важно. Он тоже зеленый,
но он более жесткий. Накручиваем. Здесь уже нужно упор ставить, потому что все это крутится. И наша гайка крутится 200 ньютон. У нас, в принципе, здесь максимально 200 есть. Поэтому максимум выставляем. Отлично. И считайте, мы собрали наш редуктор. Итак, мы перебрали наш редуктор, поменяли сальники, и теперь также очень важный момент. И что касается втулочки, которая стоит в подшипнике, мы уже маслом ее смазали пастой. Опять же, номер вы видите, но если вы долго ее не снимали, и вообще мотоцикл с пробегом, то когда вы снимете, здесь будет такой слой, как поролона сбитого. По идее, это прокладочка или остатки прокладочки, поэтому заказывайте новую обязательно. Опять же, номер вы видите, ее надеваете. И подшипничек изнутри смазываете. Так, далее берем пасту для шлицов. И шлицы на кардане обязательно смажьте. Можете сделать пальцем, сделать, как вам удобнее, но шлицы должны быть смазаны на самом кардане и на валу. Также все замазали. Далее берем нашу резину, которую мы уже почистили, но вы видели, в каком состоянии все было. Заднюю часть, которая вставляется в редуктор, и переднюю обязательно смазываем слоем пасты. Номер, опять же, вы видите на своих экранах. Просто слой ложим туда. Не жалея, остатки мы лучше уберем, чем поменяем впоследствии кардан. Здесь еще какая-то грязь осталась. Песочек высохло и проявилось. И также эту часть жирным слоем. Не бойтесь, он вам не повредит. Так все это выглядит. Так, здесь не домазано. И это все правильно. Если кто-то думает, что здесь большой слой, то вы ошибаетесь, потому что это хорошо. Так, далее мы берем наш редуктор и вывешиваем его. На ремне. Так, втулочку убираем в сторону. Так, и у нас, в принципе, все готово. Здесь все хорошо. Люфта нету, еще раз проверим. Так, далее берем. Далее берем, подводим редуктор, по высоте делаем, что примерно вначале прикидываем. Так, хорошо. Здесь еще такая пластина стоит, она иногда выпадает. Перепроверьте, чтобы это кольцо было, стояло. Так, в принципе, так хорошо будет. Надеваем нашу резину. Сюда вставляем. Все, конечно, сейчас будет в пасте, но это не проблема. Кардан приподнимаем. Так, хорошо, здесь можно уже поставить втулочку с правой стороны.
Так. Так, отгинаем нашу резину. И смотрим, куда смотрит кардан. Его направляем вниз, или точнее на шлицы. И когда вы будете поднимать, он, по идее, должен попасть. Подготовили. Кардан именно совместите. С редуктором. Так, здесь тоже хорошо. Здесь все хорошо. И можно пытаться установить кардан. И у нас он должен зайти. Конечно же, все мы вымажемся, но это хорошо. Ловите его. Споймали. Так, болт приготовили. Но еще не будем закручивать, просто его нажми, чтобы у нас все стояло на местах. И резину нужно вставить. Или точнее посмотреть, чтобы она была вставлена. Она обычно прижимается и вставляется, но перепроверьте пальцами, чтобы она села на свое место. И также в редуктор. В редуктор она садится иногда даже с таким звуком или щелчком. Я думаю, что уже села, мы не услышали, но все хорошо. Так, можно ремень убрать. Все это в сторону. Так, опять же перепроверяем себя. Все на месте, все хорошо. Так, берем наш болт. Так, все подходит. Так, болт наживили. Закручиваем сначала от руки. Болт с герметиком. Поэтому тянется так себе. И болт зажимается 100 ньютон-метров. Это важное место, поэтому здесь будьте внимательны. Хорошо. И остается наш верхний. Гаечка. И 42 ньютона. Верхний болтик. Хорошо. Осталось нам вывесить диск. Так как у нас сейчас очень удобно открыта заливная пробка, мы давайте лучше еще заправим наш редуктор. Когда заменяется масло, пишется 180 мл. Но если мы посмотрим по каталогу или технические характеристики, написано полная заправка 200 мл. Так как у нас редуктор полностью разбирался, и все, в принципе, промывалось, то здесь лучше сейчас залить не 180, а 200 мл. У нас целый литр вскрыт, свеженький, поэтому по черточку, на которой написано 800. Ух ты, побежала. Не спешите, упирается в диск, с которого считывает датчик АБС-а. Нужно будет добавить несколько грамм. Так, берем наш датчик АБС. Через него мы залили масло. Это, в принципе, также удобно делать. И вставляем его на свое место. Резиночку обязательно перепроверьте, которая здесь стоит. Так, утопили. Здесь держатель был. И здесь два винтика. Четыре ньютона. Прикручивается.
и это очень немного. И здесь еще держатель провода БЭСа. Так, масло у нас залито, в принципе, здесь мы уже никаких-то работ не будем проводить, мы можем взять и все это сполоснуть от излишков масел. Берем любой умыватель и все это дело промываем. Редуктор у нас был полностью уже, в принципе, вымыт, но сейчас попало масло и еще есть, видите, остатки пасты, которой мы смазали резину. Поэтому эту площадь, в которой будет прикручиваться диск, все вымойте хорошо. Так, в принципе, все готово. Итак, берем ленту и наклеим, чтобы защитить редуктор от повреждений. Наш тормозной диск вешаем. Немного его прокручиваем. И наживляем болтики тормозного диска. Длинный торкс. В два захода нужно крутить. Но сначала, конечно, до упора, чтобы можно было прокрутить тормозной диск. Итак, последний болтик наш прикручиваем. Берем динамометрический ключ. И крест-накрест, или каждый второй болт, вначале 12 ньютон. Крутим. Прокручиваем. А потом 30. Итак, первая затяжка 12, а потом 30 ньютон-метров. Опять крест-накрест. Или каждый второй болт. Получается у нас звезда. Тормозной диск прикручен. Можно накидывать суппорт. Итак, берем наш суппорт, отщелкиваем. Он у нас тут держался на хомуте. Так, накидываем и болты. 28 ньютон-метров. Конечно, вначале от руки прикручиваем. Это более удобно. Передний болт говорит сам по себе, а задний идет с держателем для крыла. Поэтому, когда вы прикручиваете болт этот, сразу не крутите. Вставьте болт, в котором было прикручено крыло, чтобы у вас совпало отверстие. И только после этого зажмите окончательно. Так. Поджали. Болты зажали, и наш болтик можно выкрутить и закачать тормоза. Все хорошо. Все, можно вешать колесо, и работа будет практически закончена. Итак, перепроверяем, что все стало на своих местах. Так, резина вставлена хорошо, кардан, болты закрутили, диск, суппорт, нижний болт. Площадь чистая, без пятен масла. И колесо посовываем. И колесо наше вешаем на свое место. Так, дырки совпали. Можно от руки, можно здесь какой-то пушкой легкой. Но крутится 60 ньютон, поэтому не переборщите. Колесо прикрутили, тормоз зажали, чтобы колесо не крутилось. И 60 ньютон-метров дотягиваем болты. Крест-накрест.
Очень хорошо. Мы выполнили нашу работу. Подписывайтесь на наш канал. Мы делаем обслуживание и ремонт мотоциклов BMW доступным для каждого.